Всем добрый день, с вами Вячеслав Кивпаев из Крыма. И сегодня мы с вами, друзья, посетим еще раз такое место. Уже я показывал вам в Севастополе, это мыс Фиолент. Но только заехал я с другой стороны. Мы были с вами вон в том месте. Это Георгиевский монастырь. Там дальше спуск 800 ступеней у нас. Довольно-таки крутой спуск, подниматься тяжело. Но вот сам монастырь находится на вершине. Это горы, скалы. Там еще разбиты парки. В парке, наверное, мы с вами побываем. Сейчас просто на смотровой площадке. Посмотрим, побудем на смотровой площадке, там посмотрим. Ну, здесь, как правило, люди приезжают, делают селфи, сидят, смотрят, медитируют. Но сегодня народа-то нету. Ну так, приезжают. Селфи на краю. Вот такой обрыв. Вниз. Ну, здесь рядом воинская часть. Не знаю, там какое-то железо старое от Украины осталось. Стоит, его охраняют, чтоб не растащили туристы на сувениры. Ну, друзья, мы с вами на самой вершине. Можете воззреть весь вид. Опять же, кто будет в Севастополе, рекомендую посетить. А дальше над ним сверху, как я говорил, Георгиевский мужской монастырь. Живет там всего, наверное, монах три всего. Море сегодня спокойно, волн нет, полный штиль. Собачка с колокольчиком, чтобы не потерялся. С вами был